Всем привет, подписчикам, зрителям. Это продолжение видео резьбы браслета. Вторая часть, последняя, финальная. Если не видели начало, жмите сюда в аннотацию или по ссылке в описании. Ну, а сейчас поехали, начнем. Я решил не показывать момент, как я режу вторую боковую часть браслета. Ну, то есть вот я сразу показываю результат, потому что, ну, не вижу смысла показывать, как ее резать, как я ее резал. Она почти такая же, как и предыдущий элемент, который я резал. Если вы очень хотите посмотреть, как она режется, откройте предыдущее видео и посмотрите. Так что сразу переходим к главной части браслета, к передней, и смотрите. Бескрайним гроза собиралась, дорогой застигнув тебя одного. Темные тучи клубятся, сгущаясь, вот и уже над твоей головой. И проникают все глубже под кожу, и оседают в твоей груди. Сил уже нет, но подняться ты сможешь. Встань и иди. Мы выгоним тучи из легких, делаем солнце и сердце, мы снова восстанем из мертвых и вспомним запахи детства. Мы выгоним тучи из легких, мы сделаем солнце и сердце, мы снова восстанем из мертвых и вспомним запахи детства. Глаза на безоблачном небе, солнца видны золотые лучи. Новый рассвет — это наша победа, силы вернулись и сердце стучит. Мы выгнали тучи из легких, мы сделали солнце и сердце. Мы словно восстали из мертвых и вспомнили запахи детства. Мы выгнали тучи из легких, мы сделали солнце и сердце. Мы словно восстали из мертвых и вспомнили запахи детства. Мы выгнали
на летучий из легких. Мы сделали солнце и сердце, мы словно восстали из мертвых и вспомнили запахи детства. Бескрайним гроза собиралась, дорогой застигнув тебя одного. Темные тучи клубятся, сгущаясь, вот и уже над твоей головой. И проникают все глубже под кожу, и оседают в твоей груди. Сил уже нет, но подняться ты сможешь. Встань и иди. Мы выгоним тучи из легких, делаем солнце и сердце, мы снова восстанем из мертвых и вспомним запахи детства. Мы выгоним тучи. Вот такой вот у нас получился элемент. Вполне себе. Хотя есть некоторые претензии у меня к моему же рисунку. Но все же. Собственно говоря, надо собирать просвет. Я купил вот такой вот моточек резиночек, специальных для браслетов. Стоит они недорого, что-то около 45 рублей. Она прозрачная должна быть, по идее, но по сути она не очень прозрачная. Не суть. Главное, что тянется неплохо. И, в общем, это самое то. Вот, значит, вот я показываю, где будем просверливать по две дырочки.
бур-машиной буду и просверливать их. И продевать в них, собственно говоря, эту самую резиночку. Так, вот у нас прошло насквозь сверло, так сказать, дошло до нужного места и вышло в правильном месте. В принципе, я доволен, но добиться этого, ну, мне, по крайней мере, довольно сложно. И ну, либо я что-то делаю не так, можно, видимо, как-то по-другому это сделать. Покажу я вам только вот одну детальку такую. Все остальное сделаю без записи, потому что на записи делать это не очень удобно. Я бы даже сказал, очень неудобно. И вообще, в принципе, вот эти дырочки под резинку проделывать достаточно неудобно. Все-таки продел я вот эти вот резиночки в элементы, но видео я, по-моему, только в один элемент его продеваю, потому что вот это все продевать — это боль и унижение на самом деле. Это, короче, очень тяжело и неудобно, и клево, и я что-то делал не так. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, что я чего-то делал не так. Но, тем не менее, все, в принципе, получилось. То есть, вот он уже вот так. В принципе, то, что вот эти вот дырки вот изнутри так видны, я, наверное, с ними даже ничего делать не буду, потому что нет особого смысла, они все равно будут на руке. Вот. А так, браслетик вроде получается симпатичный достаточно. Так, Что у нас сейчас происходит? Так, да, я косякнул немножко на самом деле, потому что на одном элементе, вот эти две дырки, я когда пытался просверлить вот эти дырочки, я чуть-чуть промахнулся, и то есть на одном элементе, так сказать, дырочки вот эти появились. Но я думаю, это не так страшно, потому что я их как-то заделаю еще, попробую, но на всех остальных элементах. Так, на всех остальных элементах этих дырочек нету, и в принципе все хорошо. То есть уже надо переходить, наверное, к покраске. Переходим к покраске. Итак, я замешал. Так, я чуть-чуть пропустил. Замешал жидкость. Замешал малинку для морения, так сказать, вот наших деталек. Выбрал я смесь красного дерева и ореха. На самом деле жуткая смесь, но в итоге коктейль не симпатичный, ничего, вот такой вот какой-то цвет примерный.
ну, то есть тут я подбирал. Такой, немножко красный дерево, слишком красный мне так кажется, и поэтому я его смешал немножко с орехом, красный так. Отливаю теперь немножко зелененьким, получается коричневый. Но не суть, так, в общем, приготовили пакеты. Наливаю туда нашу рыбу. И я вот прям чувствую то, что я слишком мало маленьких сделал. Давайте попробуем так. Да, я просто гигантски мало сделал. И самая большая проблема, давайте зальем прямо вот так сюда. Хотя нет, лучше даже вот сюда вот зальем. Так, это только с орехом. Ореха надо чуть больше, потому что цвет краситель у ореха менее ядерный, чем у. Мы сделали солнце и сердце, мы словно восстали из мертвых и вспомнили запахи детства. Да, цвет прямо полпить, прям то, что надо. Мне очень нравится в нынешнем состоянии. Но я боюсь, что придется. Ну, то есть как боюсь. Я подразумеваю сразу, что придется два раза его все-таки молить, потому что цвет не очень сильный. А образцы, как сказать, эти. Резиночки у нас приобрели такой золотистый оттенок. Почему бы и нет? Хотя всего скорее морилка вот на ней потом отмоются. Ну, то есть как, они отойдет от них. Морилка. А пока мы вешаем, собственно говоря, вот это наше чудо. Совершенно прекрасное. Мне очень нравится, на самом деле, как получилось. Вешаем сушиться. Вот такой вот получился браслетик. Он уже подсох. И теперь отшкурим его абразивной губкой. Чтобы было симпатичнее. Все отлично, теперь лачим то, что у нас получилось, чтобы цвета были немножко ярче и чтобы браслет можно было мочить. Теперь снова все зашкуриваем мелким абразивом, чтобы удалить ворсинки, которые поднялись в процессе наложения лака. Итак, финал. Вот такой браслетик симпатичный у нас получился. Результат мне очень нравится. Так, как сделаю свет посветлее немножко. Вот так вот у нас все. Внутри, конечно, не очень красиво получились вот эти вот штуки, но в принципе они внутри, все нормально. На руке это выглядит вот так. Вот эта часть должна быть спереди, вот так вот. Неплохой женский браслет, почему бы и нет, все красиво. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно в любом случае. Всем пока!